Единожды пролегал мой путь мимо этого места, которое, к слову, с самого первого раза отпечаталось в памяти приятными чувствами и каким-то особым очарованием. Место, где словно в жарких объятиях растворяются друг в друге две речки, проделавшие ради этой встречи долгий и извилистый путь. Бухтарма, берущая свое начало в ледниках хребта Южный Алтай, в особом представлении не нуждается. Упоминается Бухтарма повсеместно, поскольку долина этой реки тесно связана с прообразом Беловодья и заселением этих мест беглыми поселенцами, алтайскими каменщиками. Другое дело – правый приток Бухтармы, река Тургусун, Тургасын-Өзені, которая сегодня у большинства жителей края ассоциируется с Тургусунской гидроэлектростанцией, строительство которой получило широкий общественный резонанс и породило множество вопросов, которые, что уже неудивительно, и по сей день остаются без ответов, хотя и без них всем давно все предельно ясно и понятно. Сегодня, вопреки сложившемуся привычному укладу путешествий, я остановился в шаговой доступности от цивилизации, на небольшом островке, отделенном от большой земли мелкой протокой. Именно здесь находится устье реки Тургусун, место, в котором сливаются две речки – река Бухтарма и ее правый приток – река Тургусун. По одним источникам, название реки имеет тюркские корни и переводится как «бешеный бык». По другим же это слово монгольского происхождения и означает «быстрая река». Впрочем, оба эти варианта в полной мере отражают нрав таежной речки. Течение в Тургусуне действительно быстрое. По крайней мере, в этом я убедился лично, попытавшись освежиться в ее прозрачных водах. Стремительное напористое движение большой массы воды сбивает с ног, а ледяная прохлада добавляет остроты ощущений. Отыскать место слияния двух речек особого труда не составило. Место это особенно хорошо видно с автомобильного моста, на который мы отправимся чуточку позже. С островка, на котором я остановился лагерем, мост видно как на ладони. Интересно смотреть на него в ночное время. Огни проезжающего по нему транспорта создают завораживающее зрелище. Моста в темноте не видно и кажется, будто эти огни движутся прямо над рекой. Но больше всего мое внимание привлекло место слияния речек, которое сразу бросается в глаза из-за разного цвета воды в Бухтарме и Тургусуне. Оставив позади место стоянки, переправляемся на большую землю. На этом берегу реки организовано место для отдыха. Очень часто путники, свернув с асфальтового полотна, останавливаются здесь, размяться, перекусить и просто полюбоваться завораживающими видами. На въезде встречают информационные плакаты, предупреждающие о необходимости бережного отношения к природе, и пара резных деревянных скульптурок, которые право смотрятся здесь очень необычно. Небольшая сосновая опушка благоухает приятным ароматом хвои. В дождливую погоду при небольшом ветерке воздух наполняется ароматами леса. Близ протоки расположена ровная площадка, на которой есть каркас беседки, напоминающий крышу домика, стол и скамейка. Любой желающий может, считай с комфортом, расположиться здесь и отдохнуть от долгой дороги, слушая, как о чем-то говорят две речки – Бухтарма и Тургусун, после долгого пути сливающиеся в крепких объятиях. Неподалеку от полянки с беседкой, под высокой стройной березкой, расположено еще одно место отдыха, о чем свидетельствует пара выложенных костровищ. Судя по всему, его организовали уже сами отдыхающие, накатав к нему дорогу и вытоптав небольшую полянку. Это местечко более укромное, так как сокрыто от посторонних глаз за высокой травой. Не сразу замечаешь остановившихся здесь путников или отдыхающих. Накатанная колея тянется и дальше, но упирается в тупик. По всей видимости, сюда уже редко кто приезжает. К воде подобраться можно, но подход к воде здесь неудобный. Густые заросли кустарника и травы создают благоприятные условия для кровососущих. Впрочем, за время моего пребывания на Тургусуне я понял, что комарами это место может посоперничать даже с таежной убой.
С этого места хорошо видно, как Тургусун, приближаясь к месту слияния с Бухтармой, разливается на множество рукавов и ответвлений, образуя разветвленную дельту. Прогуляемся в направлении моста через реку. Хорошо накатанная грунтовка, с двух сторон окруженная густой растительностью, вскоре выходит к автомобильной дороге в районе съезда с моста. В этом месте у дороги установлен контейнер для сбора мусора. Забегая вперед, отмечу, что контейнер время от времени опустошается от мусора, что не может не радовать. Немного в стороне яркими красками пылает увешанная разноцветными лентами конструкция из проволоки, для многих путников имеющая некий сакральный смысл. По дорожным табличкам автомобильный мост, соединяющий противоположные берега реки, проходит через реку Бухтарма. По географическим координатам все так. После слияния двух речек считается, что основная река – Бухтарма. На деле же картина выглядит иначе. Еще многие километры Тургусун и Бухтарма, словно на прогулке держась за руки, шествуют дальше бок о бок друг с другом, сливаясь воедино ниже по течению, ближе к Бухтарминскому водохранилищу. Об этом можно судить по цвету воды, который не смешивается сразу же после слияния речек, а еще долго остается прежним. С моста открываются завораживающие виды на устье и дельту Тургусуна, на место его слияния с Бухтармой, рядом с которой Тургусун выглядит словно маленький ручеек, впадающий в большую речку. С большим трудом верится в целесообразность строительства трех гидроэлектростанций на этой маленькой таежной речке, ведь даже построенная или реконструированная совместно с китайскими партнерами Тургусунская ГЭС-1 вызвала широкий общественный резонанс по причине якобы экономической нецелесообразности этого проекта. Но у проектировщиков, по всей видимости, свои методики расчетов, в которых многие неточности планируется компенсировать за счет средств накопительного пенсионного фонда при строительстве Тургусунской ГЭС-2 и Тургусунской ГЭС-3. Дождь, заставший меня во время прогулки по мосту, заставил спуститься вниз, и сюда успел человек накатать дорожку, организовав полянку для отдыха. Левый берег реки сильно отличается от правого. Несмотря на то, что это уже полноценная Бухтарма-река, след Тургусуна явно прослеживается. Вдоль правого берега реки вода более прозрачная, здесь же вода мутная и илистая, что присуще Бухтарме. Прохожу под мостом и поднимаюсь обратно на трассу. Дождь за это время прекратился. Воздух наполнился непередаваемой свежестью и приятной прохладой, что не могло не радовать после жаркого дня. Не спеша прогуливаюсь по мосту в обратном направлении, всякий раз с опаской замирая при проезжающем мимо грузовике, от тяжести которого старенький мост, кажется, может рухнуть в любой момент. Но, судя по всему, запас прочности, заложенный при его строительстве, еще долгие годы будет хранить этот мост в хорошем состоянии. Из окон проезжающего транспорта ловлю на себе взгляды. Кто-то смотрит с интересом и удивлением, кто-то с недоумением. Иные, проезжая мимо, сигналят, с одобрением кивая при встрече со мной взглядом. После слияния с рекой Тургусун, Бухтарма образует разветвленную дельту со множеством островков и отмелей, вплоть до ее впадения в Бухтарминское водохранилище. В половодье все эти островки, очевидно, скрываются под водой и лишь с падением ее уровня вновь становятся доступными. Прогулявшись по мосту в обе стороны и вернувшись к своротку с дороги, принимаю решение прогуляться по правому берегу Бухтармы, вниз по ее течению. К слову, за время моего отсутствия контейнер очистили от мусора. Теперь здесь чистота и порядок. Близ дороги внимание мое привлекло небольшое поле, явно чем-то засаженное. Подойдя поближе, читаю на табличке «Береза». Посадка 2024 года. Примерно так начинаются культурные насаждения деревьев. С высадки саженцев и должном за ними уходе. По мере роста эта березовая опушка станет новым домом для множества птиц и животных, создаст свой придорожный микроклимат и просто порадует глаз проезжающего мимо путника.
Сегодня здешние места выглядят обжитыми, не чета тому, как они выглядели сотни лет назад, когда в эти края бежали первые поселенцы, для которых расположение села было очень выгодным. Не всяк и не всегда мог сюда пробраться. С севера – высокие горы, с востока – бурная река Тургусун, с юга – река Бухтарма. Проехать можно было только верхом, но позже разработка и освоение Зыряновского месторождения открыло доступ и к этому укромному уголку. А строительство в верховьях реки Тургусун первой гидроэлектростанции в 1902 году положило начало истории неудачных гидросооружений на Тургусуне, которая продолжается и по сей день. Но это уже совсем другая история. С легким чувством приятной усталости возвращаюсь к месту стоянки. Голова полна мыслей и новых идей. Самое важное и интересное спешу выгрузить на бумагу. По возвращении будем с этим работать. Люблю вечерние часы. В это время солнце уже не так активно. Исчезают яркие блики, которые не дают возможности передать всей красоты тех или иных объектов. Воздух наполняется вечерней прохладой. В предзакатные часы все вокруг окрашивается в яркие краски и теплые тона. В гости ко мне прилетел крылатый хищник, удобно устроившись на корневище неподалеку. Вместе мы молча наслаждаемся потрясающими видами слияния двух речек, проделавших ради этой встречи долгий и извилистый путь. Бухтарма и ее правый приток – река Тургусун, Тургасын-Өзені, протекающая близ одноименного села. Как бы это загадочно и мистически не звучало, но место это наполнено особой энергетикой и силой. Возможно, этот особый смысл вложил в эти места я сам, но знаете, есть в нашей жизни очень много вещей, объяснить которые иначе как словом «чудо» нельзя. Как бы ни был сладок мед, а ложка дегтя обязательно найдется. Не могу без боли говорить на эту тему. Также не могу найти ответа на вопрос «зачем?». Зачем в столь красивом и уютном месте оставлять после себя весь этот мусор? Ведь так просто забрать с собой хотя бы свое – пару бутылок, алюминиевую банку, гигиенические салфетки. Причем и везти-то далеко не надо. Неспроста в начале фильма показал я тот придорожный мусорный контейнер, который время от времени опустошается. Неужели в нас настолько глубоко проросло убеждение, что кто-то нам вечно что-то должен? Убрать за нами мусор, отремонтировать неосторожно поврежденную беседку, навести порядок на полянке после нашего отдыха, убрать за нами после похода в туалет. Как бы это грубо ни звучало, но даже кошки и собаки зарывают после себя продукты своей жизнедеятельности. Эту плесень, которая активно прорастает в головах подрастающего, да что уж лукавить, и взрослого поколения надо истреблять, пока не стало слишком поздно, пока мы не утонули в нашем собственном мусоре. А начать, как всегда, предлагаю каждому себя. И прямо сейчас. –